Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbus Game. С вами NeoZar, и мы продолжаем проходить игрушку Neo на PC. Всем приятного просмотра. Итак, у нас эта серия — это битва с боссом. Но прежде чем пойти к боссу, я вам хочу показать чекпоинт, который находится ближе к боссу. В предыдущей серии я не мог его найти, потому что, ну, или слепошар такой, или просто невнимательно был. Итак, давайте я вам покажу полный путь до чекпоинта, который находится поближе у нас к боссу. В общем, бежим на полной скорости, никуда особо не сворачиваем. Так, так, так. И вот здесь я в предыдущей серии сказал: смотрите, а что это вон там зелененькое такое? И сначала я подумал, что это алтарь, но как к нему пройти? Я здесь все оббегал, и туда, и сюда. Оказывается, смотрите, все очень-то просто. Здесь просто нужно вот так вот спрыгнуть. И когда вы спрыгиваете на этот мостик, у вас здесь находится алтарь. К алтарю сейчас не пойду, потому что я здесь все очистил. И вот здесь вот вы можете скинуть лестницу. Лестницу вы эту скидываете и находитесь как раз уже вот, вот в этом вот пещере, которая ведет нас прямиком к боссу. Давайте к боссу я вам покажу. Здесь у меня тоже все зачищено. И что ж, вперед. Из песни, как говорится. Попробуем эту чертову бабенку истребить. Не знаю, конечно, как это получится, у меня не получится. Но будем надеяться, что я ее все-таки расхерачу. Фух, поехали. Да, сучка, блядь. Пошла нахер, блядь. Фу. Ну что могу, друзья мои, сказать? Блин, потрепала она, потрепала меня. Прям сразу я вам говорю, что когда пойдете к этому боссу, то есть восполняйте своего духа на полную,
Вот. И как бы я не буду вам советовать, что и как здесь как бы делать, какие здесь вообще уклонения, не уклонения, или что-то еще, или вам давать какие-то советы. Ведет себя эта госпожа вообще по-разному. Может, просто станет тебя атакой и убивать атакой. Вот, потому что, ну, не знаю, блядь, как сделали здесь все так кривовато, блин, потому что, ну, вообще уклоняться от нее смысл нет. Она может тебя застанет и сразу же убить. Застанет, подлетит к тебе, может тебе, знаете это, выпить кровь и дальше свободно тебя угандошивать. Так что, не знаю, ничего вам не скажу. То есть, в этой локации я вам показал, где вот этот вот у нас алтарь. Когда вы бежите к боссу, вы спокойно можете дух там восполнить себе. Ну, то есть, вот это вот в левом углу, видите, вот это вот у меня какой-то, не знаю, кто там, лиса какая-то, не лиса. То есть, его легонько можете восполнить и идти уже к боссу драться. Также, когда вы будете с алтаря падать, вам будут даваться с бомжа, у вас будут вылетать бомбы. То есть бомбы запасайтесь и бомбами, сами видите, у него там бомбы, если попасть, вот. Если у вас даже будет 8 бомб, я не знаю, можно половину хпшки сбить. Вот, потому что бомбы по 500 урона, по-моему, ей наносят. Ну ладно, мы двигаемся дальше, давайте идти вперед. Да-да-да-да-да, я больше не хочу эту тварь здесь видеть вообще никак. Я не знаю, ну боев, наверное, 6 мне затратило прохождение, чтобы хотя бы я чуть-чуть понял, что и как с ней делать. Блять, мне сейчас уже чуть-чуть Кондратий не схватил. Думаю, сейчас еще шли один босс будет. Кунимото дева тамиксава кьюши. Кай га афрете ору. Мамонаку Исида Токугава но айда де. Тенка о нивен суру икса га окиру де. Разделение духа подтвердить. Да, окей, одержимость. То есть нам дали какого-то нового духа, то есть мы теперь духов можем с вами менять. Ну, мне как бы тот дух нравился. Calm down. Everything has been taken care of. Kanbei殿も人が悪い。 妖怪が仕業と分かっておりましたな。 О, ух ты, ух ты! Какая у нас молоденькая гейша здесь, о! Блять, на самом деле мне все японки, китайки, тайки, тайванки напоминают детей вообще.
筑前立花が寮にたあやかしの変あり。Who are you? I dislike the company of drunk samurai. Hey! I am no samurai. So a common drunk. Even worse.Просто пьяница. Ну что ж, друзья, давайте глубоко в тени. Сэр Уильям Нагамаса жив и здоров, и благодарности моей нет предела. Да вот еще что. Мы здесь, конечно, знакомы с чужеземными именами, но, в частности говоря, твое имя произнести очень трудно. Могу ли я предложить тебе новое имя? Андзин. Пошел ты в жопу своим адзином, блин. Я адзин не могу выговаривать. На японском языке оно означает навигатор. И, на мой взгляд, очень подойдет опытному мореплавателю вроде тебя. Я уверен, что мои соотечественники будут куда проще его запомнить. Ну ладно, ладно, как тебе, как хочешь. Доступно вам сумрачное задание «Зловещая пещера». Ага. Задание сменилось на сумрачное. Ага. Спасибо. Что ж, друзья, давайте мы на этом как бы завершим очередную серию. Я буду серии записывать, ну, как бы, прохождение босс, если это будет возможным. Так что всем спасибо за просмотр, с вами как обычно был Неозар, не забываем подписываться на канал, комментировать, оценивать видео, звонить в колокольчик, чтобы не пропускать новых видосиков. Всем спасибо, всем пока-пока.